Напомним, что общественники обратились к главе Анапы на прошлой неделе во время прямой телефонной линии с просьбой разобраться в ситуации. Земля в самом центре города была огорожена забором, за которым начала работать тяжелая техника. Одна из самых оживленных остановок оказалась фактически блокирована ограждением. Жители забили тревогу. Юрий Поляков дал поручение посмотреть законность действий. По мнению главы города, здесь, в центре Анапы, должна быть зеленая зона с лавочками и фонтаном, а не кафе быстрого питания или торговые павильоны. И вот сегодня нам стало известно, что разрешение, которое было выдано в 2016 году, содержало грубейшие ошибки. Решением суда в 2016 году администрацию города Анапы обязали выдать разрешение на реконструкцию объектов. Однако была допущена техническая ошибка, и в 2016 году было выдано разрешение на строительство, а не на реконструкцию. После установления данного факта в январе 2018 года разрешение на строительство, выданное ранее в 2016 году, было отменено. На сегодняшнюю минуту уже муниципальным контролем проведен осмотр этого участка, этих двух участков, и установлен факт отсутствия объектов недвижимого имущества, в связи с чем выполнить решение суда не представляется возможным, так как реконструировать нечего. Администрация подала исковое заявление об отмене, о пересмотре решения 2016 года. Сегодня эта информация направлена собственникам, а также в прокуратуру и Росреестр. Таким образом, никакие регистрационные действия по этому участку производиться не будут.